Shaun the Sheep and his flock know every trick. Известный и полюбившийся детям анимационный телесериал, сделанный на студии Aardman «Барашек Шон», в котором рассказывается о ферме, где главное – домашнее животное, а хозяин, то есть человек, существует для того, чтобы за ними ухаживать, стал полнометражным фильмом. Премьера этой анимационной ленты только что состоялась в Лондоне. Я согласился работать с этими парнями, потому что я большой поклонник того, что Aardman делают у себя. Look sharp. В фильме есть мораль, это нужно детям ценить то, что имеешь, чтобы не плакать, потеряв. Разумеется, пара драк и много затрещин тоже присутствует. И лошади, цирк с конями. Because if they can't blend in, yeah, I mean, since the beginning, we've always. Мы работаем не в пустоте. У нас перед глазами всегда есть примеры фильмов, сделанных коллегами. Мы всегда на что-то ориентируемся, а что-то отвергаем. Мы сохранили стиль барашка Шона, но с сюжетом все-таки поработали на свой вкус, постаравшись наполнить его многочисленными аллюзиями из известных лент, говорит Ник Парк. Барашек Шон выходит во всемирный кинопрокат в ближайшие дни.